Каждую субботу в 12:00 мы ждем вас на Морозовской даче в Турликах. Этот памятник истории и архитектуры конца 19-го, начала 20 веков выделялся среди подмосковных усадеб того времени. На нашей экскурсии вы сможете узнать о владельцах усадьбы, об их потомках, об особенностях архитектуры и о том, почему первоначально она называлась Турлики. Мы вам расскажем, кто из выдающихся русских художников здесь гостил и работал. Вы узнаете, какова связь между усадьбой и колонией «Бодрая жизнь» Шацкого, о том, как Морозовская дача пережила Великую Отечественную войну и где находился кабинет Георгия Константиновича Жукова. Приходите на экскурсию, мы постараемся ответить на любые ваши вопросы об этом памятнике архитектуры. До встречи на Морозовской даче!